Сейчас идет энергетическая коррекция. Ангелы ставят все на место. Это не медицина, это не физическое воздействие, это духовное, это энергетическое. Прямо сейчас повелеваю. Правая опустись, левая поднимись. Пояснично-крестцовый отдел, приди в эталонное состояние. Кости таза развернитесь сейчас. Смотрите, я даже не могу ее не касаться, все равно будет процесс идти, потому что это энергия. Не выходите из этого состояния, что вы чувствуете? Чувствую поток и чувствую движение. Где движение? Внутри что-то. Движение внутри происходит. Сейчас идет энергетическая коррекция. Принимайте. Все, принимайте. Еще. Ангелы будут совершать эту работу, и когда она завершится, вы остановитесь. Пусть это происходит. У нее с детства сколиоз. Сейчас вы увидите, как бедро станет на место. Прямо сейчас властью Бога повелеваю. Правое бедро поднимись. Левое опустись. Все, пошел процесс. Пусть это происходит. Правое бедро поднимись, левое опустись. Кости тазового пояса станьте на место. Пусть это понимает. Позвонки станьте на место, тазовые кости станьте на место. Мышцы, сухожилия, станьте на место, связки, станьте на место. Друзья, это без физического воздействия, это энергия. Поток Творца входит и ставит ее тазовые кости на место. Поток Творца входит и ставит ее позвонки на место. И ее пояснично-крестцовый отдел, и ее тазовые кости становятся на место. Позвоночник, приди в эталонное неповрежденное состояние. Вот сейчас началась коррекция. Подошли ангелы и все позвонки. Я чувствую, у меня под руками кости хрустят. Я не шучу. Прям хруст слышу. Позвонки станьте на место. Мышцы станьте на место. Сухожилия станьте на место. Тазовые кости развернитесь. Это энергокоррекция позвоночника. До этого была энергокоррекция таза, а сейчас позвоночник. У нее 2 сантиметра. Аккуратненько покажите им. Вы видите это? Видите, кто глазастенький? У нее 2 сантиметра. Вы видите? Позвонки станьте на место. Мышцы станьте на место. Сухожилия станьте на место. Связки станьте на место. Позвоночник, приди в эталонное неповрежденное состояние. Прямо сейчас, под моими руками, у нее позвонки становятся на место. Прямо сейчас. Я это вижу. Друзья, посмотрите, что произошло. Покажи. Была разница в 2 сантиметра больше. Это вот возможности духовного целительства энергии. Коррекции. Что ты сейчас чувствуешь? Вибрация. Какая она приятная? Да. Это приятная вибрация. Сейчас на ваших глазах поток Творца войдет в ее тело, и у нее рука выдвинется. Это энергокоррекция позвоночника. Прямо сейчас властью и силой Бога я направляю поток энергии Творца, повелеваю. Левая рука, выходи вперед. Правая назад. Позвоночник, приди в эталонное неповрежденное состояние. Что ты чувствуешь? Но они двигаются уже. А позвоночник что происходит? Это которая была короче. Громче. Вытягивается. Она чувствует, как рука вытягивается. Ну, короткая рука, видите, была, которая. Ну, вы знаете, у нас на Кубани мы все с запасом делаем. Позвонки станьте на место. Мышцы станьте на место. Сухожилия станьте на место. Протрузии, грыжи, исчезните. Прямо сейчас. Позвонки становятся на место. Мышцы становятся на место. Сухожилия становятся на место. Друзья, посмотрите, что произошло. В
Где-то было сантиметра полтора. И вы видели, я когда поток направил, у нее вибрация пошла по рукам, но до конца не выровнялась. И я специально потом направил на позвоночник, чтобы вам показать, что это не просто, что я за руку держусь. С позвоночником поработал, и руки вернулись. Видели? Аплодисменты творцу.